Olympic figure skating champions Tatyana Tatnina, Alexei Yagudin, Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov, Kamila Valieva and Dmitry Solovyov took part in the solemn ceremony of awarding the Best Doctors of Russia awards for outstanding achievements in the field of medicine, the National Award Vocation. The Vocation Award has been awarded annually since 2001 in several nominations. The award ceremony is held annually on the eve of the Day of the Medical Worker. By tradition, the ceremony is conducted by Elena Malasheva and People's Artist of Russia Alexander Rosenbaum, a former ambulance doctor. Представьте, что на сцене все фигуристы — это наше сердце, а зрительный зал — это печень, почки, легкие, руки, ноги и мозг человека. Вот сейчас сердце забьется, и на каждый удар кровь побежит по нашему организму. Итак, электрокардиограмма и стук сердца. Ребята, наши фигуристы дорогие, вы гордость нашей страны. Самое время сказать доброе слово. И быстрее конец. Подходите, пожалуйста, к микрофону. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемая Елена Васильевна. Очень отрадно было сейчас нас позвали на эту сцену. Вроде сначала как бы сладость услышали в ваших словах, мы сердце, да, сегодняшнего вечера, какого-то процесса, а там немножко другие органы. Но да, в какой-то момент почему-то сердце здесь остановилось. Но мы преодолеем этот недуг, и скажу так, что, конечно, премия призвания – это та премия, которая обучает тебя без остановки. И из года в год я понимаю, что действительно, находясь здесь, пускай и какие-то считанные минуты, все равно ты учишься чему-то новому, познаешь этот мир немного с другой стороны.